Ее активную жизненную позицию, энтузиазм и умение завлечь до сих пор помнит не одно поколение выпускников 8-й школы. Учитель географии с 40-летним стажем Людмила Павловна Козлова и сейчас не перестает напоминать, что только активным и энергичным открывается удивительный мир не только географических открытий. О ее педагогическом прошлом, среди прочего, напоминают бережно хранимые вымпелы тех городов, где со своими учениками раньше бывало. На этот раз один из них служит необычным подарком ее гостям – волонтерам Красного Креста. Вот я вам хочу порекомендовать. У меня таких было много. У вас только жизнь начинается. Вы где-то едете по городам или кому-то дайте задание, чтобы собрали вот такие флажки. Внимание и забота тем, кому это необходимо. В числе тех, кого регулярно посещают волонтеры Красного Креста, одиноко проживающие ветераны. Особая ответственность появляется по случаю праздника или юбилейной даты. Напомнить им, что они не одиноки. Круглую дату в этом году отмечает и Людмила Павловна. Летом ей исполнится 95 лет. Необычные поздравления волонтеры Красного Креста к весенним праздникам подготовили и для пациенток онкологического диспансера. Веселые частушки стихи в актерском исполнении волонтеров оценили и медицинские работники диспансера. Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».